И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Константин Курик, это канал KK Gaming, и мы с вами сегодня играем в Battle the Battles, и сегодня мы с вами ставим мировой рекорд, друзья. Это просто нечто, я даже не думал, что мы сможем его поставить, но у нас получилось. Вы правильно прочитали в названии, мы сделали с подписчиком 251 тысячу экономики, друзья. Это просто офигеть, и... Сейчас я расскажу вам, как мы этого достигли, какой у нас был подход и какая цель, потому что это реально интересно. Итак, смотрите, друзья. Если бы у меня были более хорошие силы, то я бы их использовал, потому что у меня не все силы вкачаны. То есть у меня есть поп-буст, это третий тир, потом пятнышки клеевые, это второй тир, и fertile soil, это для ферм сила, это... тоже второй тир, то есть у меня не густо по силам. Но мы даже без сил смогли поставить рекорд. Итак, смотрите, что мы делаем. Изначально мы просто... У меня из-за того, что Fertile Soil есть, этот рекорд задумывался не только как экономика, а как еще и количество денег общее. Вот. Из-за того, что у меня есть Fertile Soil, я начал не с банков, как мой соперник-подписчик Зоксин в данной игре. Я... начал с планта этих заводиков, ферм. И я использовал Fertile Soil для того, чтобы как можно больше денег получить. Когда вы используете Fertile Soil на банках, это почти бесполезно по сравнению с тем, что вы получаете на фермочках, фабриках. Вот. Поэтому я расставил все точки на этой карте, которые я мог фермами, именно фабриками. Использовал все свои Fertile Soil и быстренько сейчас перепродаю их на банки для того, чтобы сделать максимально большую экономику. Важно как можно быстрее это сделать. Как видите, я не торможу с этим делом. Вот. Фермеров мне не жалко, вы знаете, у меня их несколько тысяч, поэтому я не... ну, мне не важно поставить несколько фермеров, несложно. Сейчас я поставил технологического террора, и теперь нам наши банки дают, по-моему, плюс 2720 экономики за раунд. И я просто начинаю фигачить шары в нашего соперничка. Это режим Bonanza with Fire, и все... шарики, вся экономика увеличена в 4 раза, друзья. Нет, больше, 3240 у нас дается за раунд. И нужно как можно больше, как можно быстрее слать этих шаров. Наша задача — это до 39-40 раунда сделать по максимуму экономики, потому что это золотое время, это самый простой период, когда нам нужно большую часть экономики сделать или хотя бы половину. Потому что после 40-го раунда, смотрите, на 40, по-моему, 41-м или 42-м раунде, точно не помню, но я думаю, 41-м, появляется первый зомайгад. И зомайгад не легко пробить. И на тот момент, смотрите, зомайгад, который мы шлем на своего соперничка, это я сейчас прошелся, собрал по 20 тысяч со всех банков. Зомайгад, который мы шлем на соперничка, это одно дело. Но как только раунды идут дальше, после 30-го раунда, с каждым раундом здоровье дирижаблей увеличивается на 20%, насколько я помню, и скорость на 40%, что-то такое. Или наоборот, скорость на 20, а здоровье на 40. Ну, в общем, с каждым раундом дирижабль становится намного прочнее. И из-за этого, чем дальше идут раунды, тем... Ну, смотрите, один за мой гад, предположим, ну, это просто пример, это не настоящая цифра. Предположим, на 30-м раунде у за мой гада 10 тысяч здоровья. Получается, на 31-м раунде у за мой гада будет уже 12 тысяч здоровья. Потом у за мой гада будет 14400 здоровья. Потом... Зомайгада будет ближе к 17 тысячам здоровья. И так каждый раз, каждый раунд идет такая прогрессия. И вот, смотрите, 39 раунд. Я уже начал выставлять храмы. Какие башни у нас идут для этого рекорда? Суперобезьяна, ниндзя, ферма и клейщик с моей стороны. Суперобезьяна, ниндзя, ферма и ледяная башня со стороны Зоксина. Итак, смотрите, я сейчас расставляю всю карту уже храмами. Я начал на 39 раунде, и заметьте, что я не продаю все банки. Нет, на 42 раунде будет за мой гад. И благодаря этому я смог еще немножечко экономики себе добавить. Если что, друзья, то как правильно расставлять суперобезьян, как храмы расставлять, чтобы они друг друга не схавали. Это у меня есть ролик, гайд по суперобезьянам в Bloons Study Battles. Рекомендую перейти, я сделаю сверху вам на видосе подсказочку, чтобы вы, когда досмотрите данный видос, могли туда перейти и посмотреть. Тут не буду в детали вдаваться. Вот, и мы с вами уже
Построили 6 храмов, но все еще несколько банков стоит, и к 44-му раунду у меня уже 91 тысяча экономики, друзья. Это серьезное дело. И смотрите, теперь что мы делаем? Мы продолжаем выстраивать храмы. Из-за того, что у меня сейчас нет особо качественных башенок для пожертвования храму, то я выстраиваю по 2 тира всех атакующих башенок, которые у нас есть. И сейчас мне уже пришлось продать все банки. И теперь я располагаю 2 оставшиеся супер обезьянки для того, чтобы сделать храм. Итак, давайте посчитаем. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 храмов. Мне говорили, что можно 11 храмов разместить, но я пока не сильно понимаю, как. Ну, наверное, можно, но этого достаточно, даже так. Смотрите, что мы теперь делаем? Мы размещаем, смотрите, храм, он занимает место только там, где его голова. Где нет головы храма, это только, ну, картиночка, текстурки там нет. И теперь что мы делаем? Наша задача заставить всю карту, везде все свободные места супер обезьянами, которые будут технологическими террорами, друзья. По максимуму, как видите, я просто ставлю. В это время Зоксин тоже начинает расставлять этих башенок, но Зоксин сделал ошибку в данной игре. Он поставил недостаточно технологических терроров. Все эти супер обезьяны сейчас будут технологическими террорами. И как вы видите, у нас 93 тысячи экономики, и нам вообще не составляет труда все это дело апгрейдить до технологических терроров. Итак, теперь я добавляю еще несколько клейщиков тиров 4-2 на начало карты, и один клейщик у меня посередине, и мне скоро я сейчас прокачаю всех этих пацанчиков на технологических терроров, как видите, уже верхнюю часть прокачал, и сейчас я еще прокачаю нижнюю часть. Бум-бум-бум. И у меня будет в итоге 42 технологических террора, друзья. И теперь во все точки, где еще можно, я заставляю ниндзюшечек. Вот тут справа, внизу, посерединке у нас есть точка для ниндзи. Я думаю, внизу сверху тоже. А, внизу сверху я поставил технологических терроров. Отлично. И теперь еще нужно добавить пару клейщиков. Но я клейщиков уже в более поздних раундах начну. И теперь, как только у нас такая, это максимальная почти защита, возможно, с моей тактикой, там чуть-чуть можно было изменить, но на 95% я защиту выставил правильно. Зоксин немножко хуже. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы продолжаем молотить экономику. Я фигачу эти розовые шарики, у нас уже больше 100 тысяч экономики. И сейчас у нас уже 1 500 000 денежек накоплено, насколько я понимаю. Давайте посчитаем нолики. Раз, два... Подождите-ка. Или это... Да, 1 600 000, все правильно, я думал, может 15 миллионов. Нет, пока что рановато для 15 миллионов. Вот, у нас накоплено 1 680 000, да. Окей, и раунд 65. Таким образом, смотрите, друзья, я сейчас еще объясню пару тонкостей. У меня клейщик лучше в данном бою заходит немножечко, потому что это пассивная башня, и мне не нужно отвлекаться постоянно, чтобы прожимать его прожимать способность замедления, как нужно делать Зоксину. Зоксину нужно прожимать способность замедления на ледяной башенке. И клещик пассивно это все дело разбирает. Также у клещика большой урон по дирижаблям, если это тир, левая линейка, четвертый тир. Это тоже помогает. И при помощи того, что, смотрите, вот сейчас я уже скоро начну использовать саботаж. Как правильно использовать саботаж ниндзи? Это способность четвертого тира справа. Для того, чтобы... вот я уже начал. Для того, чтобы бесконечно затормозить дирижабли в 2 раза. Смотрите, а секрет такой. Вы должны до того, как дирижабли выйдут, то есть до начала раунда, вы должны прожать дирижабли. Сейчас у меня зомайгад первый не прожался, а все остальные замедлены навечно. Плюс клейщики их сразу же заклеивают. Но на самом деле, вот вам фишечка. Как только вы видите, что предпоследний зомайгад на вашей карте уже пробит, это значит, что нужно прожать саботаж. Я рекомендую иметь 8 саботажей. Это будет за глаза. То есть нажимаем саботаж, и как только начинается следующий раунд, мы еще раз нажимаем саботаж, чтобы точно все дирижабли были прожаты. И тогда у вас будет замедление всех дирижаблей сначала в 2 раза при помощи саботажа и в 2 раза при помощи клейщика. Итого в 4 раза медленнее. Это то, что нам нужно, и именно благодаря этому мы можем тянуть раунды и как можно больше экономики послать. Это я вам рассказываю. Если вам будет интересно выйти на самый максимальный раунд для себя, либо вы попробовать побить наш рекорд.
Вот. И с этим всем мы играемся. Зоксин расставил все по максимуму, я расставил все по максимуму, и у меня 140 тысяч экономики. Мировой рекорд 200, на тот момент я думал, что 250 тысяч, и мы его побили. Но потом люди поставили еще 254 тысячи рекорд и 289 тысяч. То есть мы на третьем месте официально во всем мире. И мы будем делать еще одну попытку. И в следующий раз мы уже сделаем реально первое место. Потому что оно того стоит. Это просто офигенный, очень интересный и веселый рекорд. Первое место, по-моему, 284 тысячи экономики. И я уверен, что я могу побить этот рекорд. И в этой игре не я проиграл, ну, а из-за Зоксина мы немножечко налажанули, но, опять же, мы побили, мы на третьем месте. Это офигенно. И каждый раз я прожимаю саботаж, Зоксин немножечко тупит с саботажем, и в следующий раз мы будем делать, как сделать идеальную игру. У обоих должны быть ниндзя, суперобезьяна, ферма, клещик. У него в этот раз была ледяная башня, и, как видите, клещик намного лучше в длинной игре, как оказалось. Хотя теоретически, вот я сейчас еще двух клещиков поставил, теоретически лед лучше. Но вот так. Поэтому, друзья, благодарю вас за просмотр. Рекомендую вам досмотреть ролик до конца, потому что это просто офигенно. Друзья, благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы хотите еще больше таких офигенных роликов с рекордами. Они будут. Также, друзья, поделитесь данным роликом с друзьями, потому что это действительно нестандартная ситуация, когда мы побили рекорд мира. Всем спасибо, всем пока!